Она отказалась подписать добровольное признание. Несколько месяцев Окуневскую истязали в подвале Лубянской тюрьмы. Особая камера-холодильник, на стенах иней. Ее вытаскивали из ледяного подвала и сажали спиной к раскаленной печке. От перепада температур кости выворачивало наизнанку. Зимой 49-го Окуневской дали 10 лет и отправили по этапу в лагерь. Только через год дочь Инга получила от нее первое письмо. Однажды утром на делянку, где Окуневская со своей бригадой корчевала пни, приехал начальник лагеря. Бог и царь зоны. Он пошептался с конвоирами и вдруг крикнул: «Окуневская, иди сюда!» Заключенные окаменели. Начальник что-то сказал Окуневской. Ее реакция была молниеносной. Мы увидели замах руки и пощечину.